Наш новый дом. Мы ведь хотели начать с чистого листа. Вот он. Папа посадит здесь большой сад. В этот чудесный день мы собрались в доме Господа. Я попрошу встать тех, кто сегодня впервые присоединился к нам. Прекрасная семья. Добро пожаловать. Отец справляется с фермой? Получается? Все пучком? Да. А он не будет капризничать? Мне не нравится бабушка. Наш мальчик не такой. От бабули плохо пахнет. Эй! Что это ты придумал? Мы тут станем нищими. Подумай о наших детях. Они увидят, как я добьюсь успеха. Проиграл, ты дурак. Ты не настоящая бабушка. А настоящая-то какая? Которая печет печенье, не обзывается и не носит мужские трусы. Требуется больше воды. И надо бороться с вредителями. Помнишь, о чем мы мечтали, когда поженились? Переедем в другое место и заживем. Помню. Хочешь печеньки, малыш? Я не могу!